Так, ну что, всем привет. Ой, я снова с вами. Переборол свою лень. Так, ну что, на чем мы закончили? А, да, по звуку, само собой. Ну, все стандартно. Вы не против, если я иногда буду чуть-чуть почавкивать? Так, ладно. Привет-привет. Что хотим-то? А, ну да, в общем, смотрите. Накидал приблизительно цвета. Вот такие. Это типа под ткань, а под кожу вот такую штуку придумал. Вроде, кстати, более-менее вот натурально смотрится вот с такого расстояния. Если еще сюда стежки наложить такие красивые, то в принципе довольно-таки неплохо будет. Вот единственный вот этот момент, ну, поменьше может быть давлением. Давайте посмотрим. Вот сделал несколько материалов, накидал. Сейчас еще по ходу, может быть, парочку сделаю на видео. Ну, по крайней мере, как я их делаю, заодно посмотрите. Так, сейчас прогрузится у нас 3D-код, как обычно. Так, это у нас тога. А я не против. Не против того, что это. Я чавкать буду. Просто не жал, только домой пришел. Так, ладно, хорошо. Что посмотрим? Вот этот материал я новый какой-то такой накинул. И нужно его протестить будет. Включаем заливочку. И вот мне интересно, так. В общем, тестим, как будет вот такая вот кожа крупная выглядеть. Так, вот в принципе вот такой вот цвет кожи получился. Ну тут текстурка накинута. Если мы сейчас посмотрим с вами через редактировать материал. Накинута текстурка, накинут normal map, накинута шероховатость. Вот теперь у меня от предыдущих моделей что осталось? Давайте посмотрим. Так. Так, вот еще один вид кожи. Но это, собственно, стандартный. Вот он такой. Его можно уменьшить. Вот до такого уровня. И теперь можно смотреть, что сделать. Нажимаем дублировать. Это всегда я так делаю. Почему? Для того, чтобы материал остался здесь. А дальше правой клавишей мышки я помещаю его туда хочу. Я сделал специальную папочку, назвал ее вот так вот. Вот, туда я сложу материалы для того, чтобы в одном ключе работать. То есть материалы все здесь, мне не нужно что-то придумывать. Теперь я захожу, вот у меня такой материальчик есть, я могу его уменьшить. Вот так вот приблизить, да, к примеру. Ну, просто, это просто тест сейчас будет небольшой. Мне сейчас главное сориентироваться, какими материалами рисовать, а дальше все довольно-таки быстро будет. И плюс это надо за планшет садиться, чтобы более четко что-то делать, но мне сейчас пока лень. Так, включаем кисточку вот такую. Включаем перо. Вот так вот расширяем, чтобы кисти все лучше было видно. Вот, обычно я вот это вот люблю использовать для нанесения какой-то грязи, потертости и так далее. Тут в зависимости от... Вы можете попробовать... Вот так, давайте сейчас так прозрачность на соточку сделаем.
То есть мы с вами можем нанести потертость, и более того, мы сейчас можем сделать еще дубликат, зайти вот сюда, редактировать материал, и вот здесь вот сделать его еще посветлее. Вот так. Нажимаем ОК, сохранить. И можем попробовать еще раз. То есть вот так вот можем нарисовать какие-то потертости, да? Дополнительно. Теперь момент номер два. Обычно я рисую отдельно. То есть я вот нарисовал потертость, да, какую-то. Ну, возможно, просто так вот мы нарисовали что-то, да? Вот. Отодвинем, ну, что-то похоже на потертость. Я обычно еще разрушение рисую, но я их рисую, скажем так, обычно вот так вот беру, отключаю цвет, шероховатость, давление, вот так вот посмотрим, что получается. Ничего не получается, потому что нужно убрать материал. Вот теперь должно получиться. Видите, вот такая вот штучка выходит. По идее, да, если мы сейчас с вами вот так вот нарисуем, там, к примеру, давление поставим поменьше, да, вот тут нарисуем что-нибудь вот такое вот. Вот, обычно это вот так вот, да, выходит. Получается уже что-то более текстурненькое. Теперь, опять же, просто тест. Ставим ленты. Так, дефолтные что-нибудь. Ленты это по сути то же самое, что в ZBrush, ну, вот эти вот все кисточки, там швов и прочее. Можем посмотреть, что будет. Ой, так. А, да, забыл включить. Так. А, это тут такой вот шов, да? Стоп, а это что такое? Так. Так, странно, у меня тут был целый набор. А, вот они, стежки. Ну-ка. Так, ставим материал, ну, более-менее похожий на стежки, на ниточки, на светлые. Ну, это, собственно, в моем репертуаре я всегда так рисую. Вот, теперь, ну-ка посмотрим. Так, инверсии убираем. Так, он мне красит почему-то все. Так, а если вот это... А, вот нормальный стежок, да? Так, уменьшим диаметр. Включим сглаживание. Поставим его побольше. И посмотрим, что это у нас будет. Ну, просто ради интереса вот так вот проведем. Посмотрим, как у нас это будет выглядеть на рендере. Так, и надо посмотреть, что как будет это выглядеть вот с этим ремнем. Так, посмотрим, что получается. Ну что, Маш, ты делаешь анимацию-то?
Пересыпь, пожалуйста, чипсы в миску. Это не чипсы. Это этот сухие эти. Как их называется-то, блин? Ладно, цукаты. Неважно, ладно, хорошо, все перестало жрать. А сейчас, в общем, что делаем? Сейчас мы карты новые обновили. Надо посмотреть, как это будет выглядеть на нормальном рендере, а вот не на этой херне мармасетовой, это 3D-котовской. Собственный рендер. У него просто ужасный. Да, процесс прогрузки довольно-таки долгий, потому что карты большие. Да, привет, привет. Так, пока, в общем, занимаемся фигней, собственно, смотреть нечего. Кто, у кого какие вопросы есть, кто-нибудь что не делает, можете заценить. Сейчас на CG-трейде распродажа началась. Самое время выставить какую-нибудь свою модельку, чтобы у нее пошли продажи. Так, ну что-то, собственно, подвисло все у нас. Так, а пока у нас это идет, мы смотрим текстуры кожи. Сумку. Так, ищем текстуру, желательно побольше размера, ну вот такая вполне, наверное, пойдет. Или что-нибудь вот такое. Сейчас для сумочек надо что-нибудь найти. Черное это не в тему будет. Пока инет не отключили, самое время. Да. Что планируете с нами делать, когда с... скайфайную какую-нибудь тему начну. Скорее всего, буду девку делать в этом ну, в скайфай сеттинге. Потому что что-то сейчас начался небольшой бум на покупку всех скайфай активов, ну, по крайней мере, у меня. Поэтому думаю попробовать скайфайный вариант сделать с несколькими этими элементами. Так, что-то я немножко загнался, наверное, попроще быть. Нет, что-то совсем страшная какая-то текстура. Так, вот с водяной маркой. Кого-нибудь есть, какой-нибудь пак хороших текстур там, разных красивых. Прямой удар, если не в лом будет, не вскинуть. Так. Ну ладно, давайте попробуем вот эту текстуру возьмем. По-моему, у меня, кстати, уже сохранена где-то там. Или нет? Наверное, нет. Хорошо, вставлю это, сохраняем ее здесь. Открываем папочку. Открываем Photoshop. Вставляем сюда текстуру. Смотрим, что у нас в коде все сохранилось. Открываем Marmoset. Двигаем чуть-чуть. Начинается прогрузка. Идем обратно в Photoshop. Нажимаем изображение, размер холста. Переключаемся на пиксели. Где-то берем здесь вот минимальный размер, ну давайте где-то 3000, допустим, и здесь 3000, чтобы квадрат получился. Сделали квадрат, теперь заходим в фильтры, другое, сдвиг. Сдвигаем, давайте на 1024. Тем самым мы с вами текстуру зациклили, то есть у нее вверх и низ повторяется.
Теперь берем инструмент фотожабу и аккуратненько, ну можно аккуратненько, можно не очень аккуратно, просто швы заделаем, да и все. Так, что-то я перегнул с размером. То есть наша задача с вами замазать швы, ну, чтобы они как-то более-менее смотрели. Если у вас более классные варианты есть, я с удовольствием их выкажу. Так, сделали вот такую вот штучку небольшую. Я маюсь со скином, а что-то там опять не получается. Кость переделала, что ли? Так, нажимаем сохранить как. У меня уже здесь есть две папочки с разными, уже готовыми, скажем так, наборами. Нажимаем создать. Нажимаем папочку. Три. Привет. Так, нажимаем трешечку. Сюда записываем как А. Это у нас этот альбедо. Ну, то есть color. Дальше заходим в фильтр 3D. Создать карту нормалей. Создаем из этого, ну, простенько карту нормалей. Нажимаем также файл сохранить как. Это у нас будет N, то есть normal. Да то одно отлетает, то другое. Ремень низко сделал Андрей. А на Персии? А чё там? Нет, нету. А, и что это за тема такая? Так, и смотрите, что делаем. Нажимаем изображение, коррекция, обесцветить. И делаем контрастность на максимум, чтобы более четко вот эти была текстура видна и яркость чуть побольше. Это так называемая шероховатость. То есть чем светлее рухнус, тем более такой матовый будет материал. Соответственно, это будет у нас рухнус. Окей. Все, мы создали такой вот пресет небольшой. Так, что у нас здесь-то? Слушайте, ну вполне неплохой такой материал кожи получился, я так думаю. Ну, по крайней мере, в моем таком стиле. Кто-нибудь сделал ассет по рукам Андрея полностью? Есть такие. Для стоков целесообразно пушки делают огнестрель, сильно хуже персонажей покупают. Слушай, если смотреть непосредственно по ключевым тегам, которые набирают, то пушек вообще там не значится. Ну, то есть там просто нету. Хотя в топе висят, есть прикольно сделанные. Так что по поводу пушек я тебе на самом деле не скажу. Ну вот Макс, кто-то, кстати, у меня спрашивал, кто такой Макс. Макс Бугор, это прикольный такой очень парнишечка. Он практически топовый продавец на Unity Store. Сейчас покажу его. Ну вот, если посмотрите, вот, собственно, Максим Бугримов. Собственно, его все время и упоминаю, если что, в стримах. Вот, у него есть почти с каждым персонажем идет оружие. Ну, то есть, как дополнительная штука, есть какие-то дополнительные вот такие элементы. Ну и с его слов, я бы не сказал, что они очень круто продаются, по крайней мере. Ну, честно, они у него довольно-таки качественные, детально сделаны, но все равно. Мне кажется, перенасыщен рынок сейчас оружием, ассетами, машинами. Ну, всей вот этой, то, что делают массово. В персонаже что круто. Вот я заметил, что в 2D, что в 3D. Это уникальность, то есть другого такого вы не найдете. А оружие можно найти, то есть просто дохрена лежит автоматов MP5, дохрена винтовок M16, просто
Очень-очень много тех же автоматов Калашникова. Ну, то есть вот эта стандартная амуниция, ее просто до хрена. Там даже фри-варианты лежат. Причем очень хорошего качества. Поэтому насчет оружия, если будете делать оружие, то делайте уникальное. То есть что-нибудь в Skyfy сеттинге там. Ну, короче, необычное. Автозаполнение Magic Tool вроде называется. По швам не пробовал проходить, а то смазано чутка. Не совсем понял, но если что, мне можешь ВКонтакте написать. Вот по этому поводу. Так. Хорошо. Ну, материал вот этот неплохой получился. Мне, кстати, все материалы нравятся. Вот. Приблизительного персонажа где-то на таком уровне будет смотреться. И на таком уровне практически все материалы смотрятся довольно-таки неплохо. То есть текстурно довольно-таки. Единственное, металл хромает. Так. Ну да. Так, заходим в Photoshop, мы все сделали здесь. Теперь обратно переходим в 3D Code. Нажимаем создать новый материал. У нас появляется, собственно, сам материал. Окно предпросмотрщика вот так вот кидаем туда, куда нам нужно. Вот, видите, сейчас материала вообще никакого нету. Вот, поэтому начинаем вставлять текстуры, которые мы с вами сделали. Вставляем color. Смотрим, что у нас получилось. Блин, сохранение. Так, что за сайт? Привет. Слушай, Маша, ты ремень низко сделала, ты бы его вертексами передвинула, он бы тогда нормально стал. Его не нужно было бы перескинивать. В общем, короче, отупим. Ждем, пока у нас сохранение пройдет. Хоть оно и долгое, но оно нужное. Не знаю как. Ну, правой клавишей на ремешочек выбираешь вертексы, выделяешь все вертексы и просто передвигаешь его в нужное тебе место. К примеру, если чуть повыше его надо было подвинуть, то передвигаешь его чуть повыше, при этом скин не слетает с него. То есть, если ты его заскинила уже, то скин остается. Нет, не нужно отскинивать. Если ты двигаешь с использованием вертексов, то есть под точками выделенными, то перескинивать не нужно. Но если только ты совсем прям не передвигаешь ее в другое место. Меня вообще жена уже начала делать ретопологию персонажа. То есть уже смоделила что-то там. Так, ладно, смотрим. Мы с вами текстурку закинули. Уменьшаем ее вот так. Закидываем текстуру глубины. Получаем вот такой вот материальчик и, соответственно, еще текстуру шероховатости. Дальше это все можно вот здесь отрегулировать. Можно глубину сделать сильнее и так далее. Металличность у нас 0, в принципе. Давайте так. 3. По идее, вот так материалы делаются. Кому было интересно. Привет, хочу спросить. В мае у меня один объект стал черным. С чем это связано? Смотря, если один объект, а все остальные нормальные, тогда даже не знаю, скорее всего у тебя эти нормальки полетели. Попробуй зайти там, по-моему, междисплей или что-то такое, там unlock normals сделать. А если весь персонаж, то ты, значит, семерку нажал, то есть отключил, ну, то есть отображение материала и света на персонажа. Ну, если вот так вот посмотреть, то вот я семерку нажимаю.
Вот он такой становится. Ну вот скоро будет тебе ретопить. Не, она уже мне ретопила персонажа. Это чисто ее собственный будет. Там девка с копьем такая. Ну, прикольно. Ну, надо посмотреть, что выйдет. Ну, я помогу, конечно. Вот. Так, хорошо. Нажимаем сохранить. Сохранили, материал появился. Можно просто вот так вот сейчас залить, попробовать. Наверное, светлый слишком, да? Ну ничего, грязи можно добавить будет. Так, и можно сюда попробовать еще. Так, чем я хоть тут заполнял-то? На, вот эти. Так, а это что такое? А, вот ниточки, собственно. Так, если попробовать вот здесь вот стежком пройтись. Так, давайте сглаживание поменьше сделаем. Ну вот, а ты ругался также, тупил поначалу. Не, я, кстати, поначалу меньше тупил. У меня были, говорю, основные-то проблемы с путем, скажем так. То есть, так. А про точечную восстанавливающую кисть говорил. Давно не пользовался, забыл название. Ну ты мне в ВК скинь скрин. Как вариант. Просто мне вот кто советует что-то, то не поленитесь, в ВК скиньте. Потому что если я не знаю, я на слух не восприниму. Но иногда вот, ну, чем вот стримы как раз еще хороши, по крайней мере даже для меня, что я дохрена вот по фотошопу тут нашелся один спец, который мне прям хорошо подсказывает. То есть это полезная тема-то. То есть я не против, если вы мне напишите ВКонтакте, я в обмен вам что-нибудь подскажу, там, к примеру. Так, давайте попробуем что-нибудь, материал какой-нибудь такой подобрать. Более-менее прикольный. Так, вот здесь вот смотрим, да, у нас материал такой с фасочками. Делаем дубликат. Нажимаем отправить его к эльфу. Переходим, соответственно, этого эльфа. Выделяем этот материал. Вот у нас отображение идет, что он будет делать. Заходим в него, редактировать. И смотрим, материал это сложный смартовский. Состоит он из дофига вариантов. Все эти варианты на что-то влияют. Нам нужно найти тот вариант, который у нас влияет, допустим, на выпуклость, то есть вот на эти краешки, да, я так понимаю, что это вот этот, скорее всего. Мы сейчас можем попробовать со степенью поиграться, видите? То есть нет, это оказался не он, то есть выпуклости это какие-то есть, но он на них не особо влияет. Давайте солнышко проверим. Солнышко это общий свет материала. То есть можно его посветлее сделать. И вот это вот затенение дополнительное. Так, а что же у нас тогда на фаску-то влияет? Ну, по идее, вот это на фаску должно влиять. А, вот, да. Так. Ну-ка, давайте-ка ее уменьшим немножечко. Вот, а здесь мы ссылку на видос в ВК кинул. Хорошо, спасибо, Плян. Так, хорошо, что-то сделали такое. Нажимаем сохранить. И давайте попробуем просто кисточкой накинуть сюда эту штуку. Посмотреть, как будет выглядеть. Можно это посмотреть на рендере самого 3D кого-то. Но рендер самого 3D кода, честно говоря, мне прям не очень нравится. Так, с помощью материалов можем что-то подчеркнуть, если надо. Так,
Еще раз, для торопык и прочих сейчас накидываю еще раз материалы. На самом деле процесс покраски в моем случае у меня займет где-то день. Если я сориентируюсь с дизайном, что самое как раз тяжелое, то как раз вот это самое сложное, именно дизайн. То есть что-то выделить, что-то наоборот убрать и так далее. Вот, если с дизайном определиться, то вся остальная фигня, вот эти детальки и прочая шляпа, она все очень быстро рисуется. Так, а есть кто хочет персы сделать на заказ? Правда, там деньги не очень большие. Не знаю, я ленюсь всегда. Да и не хочу. Я уже дошел до такой стадии развития, что мне на заказ уже делать не надо. Мне и так все хорошо. Так. Так, ну что, что-то новое мы внесли. Вот не знаю, лук. По идее он какой-то металлический должен быть, но мне что-то не очень. Ну давайте попробуем металл сюда кинуть, посмотреть. Как это вообще будет смотреться-то. Именно в металлизированном варианте. Так, и мы, по-моему, еще перчатки, да? Не учли, и сейчас мы попробуем их тоже дорисовать, чтобы, скажем так, не было у нас пустых мест. А вдруг бы у меня денег не хватало на что-нибудь? Я бы сказал бы, нет, буду делать. Так, ну что, пока у нас очередной тормозняк. Давайте что-нибудь поищем такое интересное. Так, что нам надо там? Точнее, что нам может пригодиться? Ну, так, неплохая какая-то такая текстурка-то. Или плохая. Чуть она какая-то... А на Substance нет, ни у кого там текстур кожи они не выкладывали. А их же оттуда тоже можно в 3D код закинуть. Ну вот, что-то такое тоже есть. Или у меня тоже есть. О, кстати, давайте попробуем вот эту. Я могу попробовать, но не... Так, что там сохранение прошло? Прошло. Так, еще раз кидаем экспорт, делаем. Так, теперь заходим в Photoshop и пробуем еще несколько материальчиков сделать по-быстрому. Так, берем шкурки. Ты мне вот этот материал, мне очень хочется посмотреть, нет, или не, подождите, или не этот. Так, это что-то качеством каким-то убогим. Ну да, качество прям совсем отвратненькое, хотя материальчик вроде сам неплохой. Так, а это такой же? Да, это такой же. Хорошо, значит попробуем с этим. Так, что делаем? Ну, стандартно, соответственно, изображение. Нажимаем размер холста. Уменьшаем до 2,5. Дальше, соответственно, фильтр. Сдвиг. Давайте 1000 сдвинем. Так, надо вот этот как-то переход более-менее обыграть. Ну.
Ладно, что-то такое сделали. Нажимаем сохранить как. И, соответственно, это у нас будет папочка 3. Ой, 4. Я могу. Так, ВК напиши. Все окей. Дальше делаем изображение. Прибавим немножко контрастности. Яркость. Так, смотрим, что у нас там сохранилось. Что? Опять висит. Так. Сейчас создадим еще один материальчик. А потом залезем в Marmosetic и посмотрим, что у нас там по новым материалам. Что-нибудь красивое получилось или нет. Если что, еще нужно будет с металлом поэкспериментировать. Надо, наверное, что-нибудь такое повеселее. По идее, можно золото какое-нибудь кинуть, но золото я что-то не хочу кидать. Так, создаем новый материал. Давайте приблизим. Так. Просмотрщик помещаем в нужное место. Так, заходим, соответственно, в шкурки номер 4. Так, соответственно, для сравнения здесь вот тоже уменьшаем. Вот так давайте. Глубину, изначальную мощность глубины давайте тоже уменьшим до такого уровня. Нажимаем сохранить. Привет, бесшовную картину программа бесплатная GIMP неплохо делает. Не нужно даже ничего править потом. Правда, зависит от сложности картинки. Ну да, согласен. Но я, по-моему, когда последний раз GIMP пробовал, я в нем не нашел эту штуку. Также, если не сложно, скриншотик кинь, пожалуйста. ВК. Ждем, пока прогрузка пройдет. И посмотрим, что нового. Ну, доспех должен сразу измениться. Так, что думаете, для базового материала сумок нормально? Или сейчас попробуем еще вот один закинуть? Доспех, кстати, чем-то из-за того, что он черный. Приятного. Да я, блин, грызу эти, как вместо семок. Блин, цукаты эти, сушеные фрукты. Вот, смотрите, по идее, черный материальчик смотрится, ну, прям не совсем, конечно, он типа эльфийский. Но выглядит он как-то немножко более выигрышно, ну, на мой взгляд, по сравнению с предыдущей версией. Или вот использовать сочетание. Вот я думаю, что вот на таких доспехах, чтобы выделить какие-то элементы, да,
лучше использовать сочетание. Ну вот, кстати, вот этот вот черный, который я последний материал сделал, он более выигрышно геометрию подчеркивает. То есть прям поприятнее такая становится. Она, видимо, он, видите, делает такие вот блестящие места там в некоторых частях. Из-за этого геометрия как-то получше прям выглядит. Мне так кажется. Видите, он тут как-то красиво обрисовался. Так, давайте еще сейчас перчаточки накинем. И еще один металл попробуем. И тогда уже, наверное, все на этом закончим. Ну, в плане, закончим примерку. Так, перчаточки я бы сделал. Давайте, кстати, протестим. Вот у нас перчатки. И какие материалы мы на них можем накинуть. Так, можем накинуть. Вот этот материал. Это у нас материал, который на ремешках использовался. В принципе, довольно-таки он неплохо выглядит. Я снова тут. Давай, делай анимацию. Тебе осталось немного вот. Сейчас у тебя не самурай. Сейчас деталей мелких у тебя мало. И должно все быть гораздо круче. Ну вот такой вот материал, по идее, очень даже неплохо, мне кажется. А на что ты равняешься? Эльфийский или не эльфийский? Не, вообще даже не смотрю никуда. Равняюсь я на общий концептуальный стиль. Вот я где-то нашел картинку, да, в прошлый раз. Ну вот, да. Вот что-то такое там было. Ну вот, собственно, на это и равняюсь. Вот единственное, да, хотел еще попробовать добавить белые элементы такие вот какие-то. Но не знаю, как получится. Может быть, в качестве второго скина и добавлю. Вот, а так. Ну вот, да, вот этот мне больше всего нравится. То есть все так ярко, более-менее прикольненько. Короче, сейчас надо нарисовать один скин. Один, вот он прям как стандартный будет. Во втором можно поэкспериментировать. Третий это будет темная эльфийка. А четвертый, наверное, что-нибудь барбарианское такое, с варварами связанное. И, соответственно, морда будет там другая. Не эльфийская, просто обычный типа лучник, там воров какой-нибудь. Благо мордочки я вроде более-менее научился делать. Так, хорошо. Так, перчатки. Есть вариант такого материала. Есть вариант вот такого материала. Так. Более темный. Так, это что у нас? А, и вот такое еще. Но надо давление уменьшать. Видите, все равно видно палевность тоже того, что текстура у нас не зацикленная. То есть, если я уменьшаю сильно, видите? Поэтому очень сильно уменьшать нельзя. Давайте попробуем сделать такую. Интересно, она посветлее может сделаться? Нет, она и так максимально. Это нужно здесь вот делать. Смотрите, как можно попробовать сделать. Нажимаем дубликат. Вот. Дальше что делаем? Заходим в редактировать материал. Нажимаем вот сюда на зеленый шарик. И здесь у нас появляется вот эта полоска. Ну, по сути, это как в фотошопе. Видите? То есть можем сделать материал поярче.
Так, давайте вот на эту перчатку мы накинем вот этот материал, а вот на эту перчатку мы накинем что-нибудь более такое стандартное, что ли. Но, наверное, лучше все-таки темнее сделать. Темнее, да, лучше. Почему темнее? Потому что нужно, чтобы был контраст с пальцами. Мне, по крайней мере, так кажется. Так, давайте, да, вот сюда такую накинем, а здесь все-таки светлый слишком материал. И выглядит не очень он красиво. Так, и соответственно давайте экспортируем. И посмотрим еще напоследок, давайте материал ткани дополнительно еще один какой-нибудь. Так, выбрали мы светло-зеленую текстуру ткани. Надо почетче найти. Вот, наверное, вот такое, да? Или вот желтенькое, конечно, надо что-нибудь такое более фактурное. Ну, вот это, к примеру, наверное, будет даже неплохо смотреться. Здесь идут водяные знаки, поэтому якобы это юз нельзя, но на 3D модели это видно не будет. Ну, прям если не мега четкая текстура. Я думаю, может мятенькое сделать, но мятенькое это будет не в кассу мяться на самом деле. Поэтому можно сделать, наверное. Ай, как тяжело-то что-то найти-то, елки-палки. Вроде куча всего, а куча всего ненужного. Даже текстура ковра есть. Я думаю, ради интереса можешь попробовать текстуру ковра забодяжить. Вот интересно, из этого что-нибудь получится. Так, открываем изображение, что-нибудь с ним сейчас поделаем. Нет. Что-нибудь такое сейчас сделаем. Дальше что делаем? Не желтенькая. Так, дальше что делаем изображением? Размер холста. На по 1200 придется резать. Так, теперь, ну, соответственно, стандартный фильтр. Сдвиг. Ох, как неприятно-то будет. Хотя можно обыграть.
Ну, блин, да, не получится нам ничего обыграть. Давайте попробуем зелененьким побольше сделать. Ну, что-нибудь такое вот. Хотя вот эти вот, конечно, белые края все равно будут нам сильно мешать. Ну, не знаю, посмотрим. В общем, ладно, так, нажимаем сохранить. Это у нас уже будет какая там третья. Так, сохраняем. Так, ну что у нас здесь сохранилось все? Да, сохранилось. Открываем армосетик. Ну вот я и думаю, что металл более темный, чем на примерах. Ну вот я и думаю, может быть реально, как раз вот в качестве контраста то он красиво будет смотреться. А узоры, которые на нем будут, я нарисую светлым материалом. И думаю, может и неплохо будет он такой, знаете, как темный под серебро. Как идея неплохая. Вот сейчас даже протестить можно, как это будет выглядеть. Так, мы с вами перчаточки сделали. Ну, собственно, вот этот обычный, такие перчатки под кожу. Ну, соответственно, на них будут дополнительно еще какие-то потертости и прочее. Вот, и такой вот вариант. Ну, это что-то совсем простой. Прям совсем простой. Наверное, вот такой все-таки повыигрышнее будет смотреться. Или сделать все в одной гамме вот с этим. Так, ладно. С этим мы немножечко надо подумать. Так, что у нас с сумкой вот с этой? Вот сумочка вышла неплохо. Единственный момент, что она под цвет тела, она должна все-таки как-то контрастировать на его фоне. Так, что у нас там по времени? Сейчас 08. Так, давайте я еще сейчас минут 15-20 цвета еще пораскидываю. Потом мы на сегодня с эльфийкой закончим. Я монстрика закину на покраску. Вот. И тогда, может быть, закончим. Так, варианты. Какие еще у нас сейчас будут? Открываем. Делаем вот эти вот перчаточки в таком стиле, который нам нужен. Так, открываем орка. Так, попалась текстура, которую я куда-то перенес. Это тоже что ли? Да, печально.
Так, есть у меня где-то апокалиптический сет. По-моему, где-то он продавался. И вот в нем, по-моему, очень есть неплохой такой вариант. Кожи прикольный. Вот такой вот. Во. Вот, надо попробовать с ним поэкспериментировать. Нажимаем дубликат и закидываем его в эльфийки к нашей. Вот, и, соответственно, по-моему, вот этот тоже более светлая кожа. Так, можем повращать, чтобы подгонять более-менее. Ну, давайте вот так, да? Также его сдублируем. Ну и что, он не дублируется? Так, дублируем его и также закидываем его к эльфийке. То есть мы тем самым сейчас соберем такую базу материалов, которые нам потом в дальнейшем пригодятся. Для каких-то там других проектов, то есть нам не придется там куда-то лезть. Ну вот, к примеру, здесь тоже есть какие-то материалы кожи. Так, это самодельный, видите, путь потерян. Я, видимо, когда комп переустанавливал систему. Тут, собственно, стандартные такие варианты кожи. Они приятные на самом деле, но они стандартные. Вот, это которые в комплекте с 3D котом шли. Вот, они, кстати, тоже неплохие, так тут, если подумать. В принципе, вполне себе могут подойти. Ну, по крайней мере, для начала. Так, ладно, давайте в эльфийку зайдем. И вот эти материальчики посмотрим. Так, подредактируем материалы, посмотрим. Видите, да? Собственно, здесь то же самое, все сделано. Вот, единственное, что уже слишком темный материал, не знаю, прокатит он, не прокатит. Такой, ну, опять же, можно поэкспериментировать. Давайте накинем его сейчас вот сюда. Вот сюда. Затем можем его попробовать вот сюда накинуть. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Так, и вот у меня все-таки есть идея вот как-то вот здесь вот просто вот материалами разными обыграть это получше. К примеру, вот так вот. Так, ленту надо убрать. Так, и, наверное... А, и вот еще с этим, с блеском, да, мы хотели разобраться. Так, вот у нас металл, давайте зайдем в металлические элементы, где у нас тут есть-то они. В металлы можно зайти. Так, и посмотрим, какой металл тут какой, что дает у нас. Так. Вот это как раз более блестящий, и если мы сейчас возьмем и в качестве теста ну вот эти вот элементики, да, просто пройдемся по ним сейчас кисточкой, вот так вот, скажем так, в свободном таком режиме. То есть мы вроде как
сделали их посветлее, но сделали это с помощью другого уже созданного материала. И посмотреть нужно, что из этого выйдет. Если получится классно, то такую фишку можно будет использовать. Причем не только на доспехах, к примеру. Можно будет вот эту взять кисточку, вот такую вот, которая у нас потертости рисует. Видите, смотрите. И вот такие вот потертости еще дополнительно на металле нарисовать. Ну, собственно, что придаст ему, скажем так, большую текстурность. Единственное, что нужно симметрию отключить. У меня симметрия включена. Так, и вот я хотел еще проверить, вот если это вот здесь вот использовать. Так, берем кисточку и попробуем нарисовать что-нибудь. Наша цель сейчас посмотреть, будет ли разница в материалах как-то больше, ну как-то придавать меньшую однородность. Так. Блин, автосохранение так долго сохраняется, что его хоть отключай. Но с другой стороны, это убер полезная вещь, потому что, к сожалению, 3D Quad падает. На ура просто. И когда он падает, очень невесело. Особенно, когда ты что-то делал и ничего не сохранилось. Ну, собственно, это стандартная ситуация. Так, проведем вот здесь вот другим материалом, соответственно. Так, здесь, соответственно, узоры будут и прочая дребедень. Так, все, сохраняем. Смотрим еще, скажем так, финальный вариант. Вот тут вот только сейчас сделаем еще. Так, этот материал переместим, тоже сделаем дубликат. И переместим его к эльфийчике, к нашей, чтобы у нас все в одном. Он на SSD сохраняется такой скоростью. Не на SSD. Тут же еще в чем система, я так понимаю, SSD. Нет, ну у меня SSD-шка на 512, точнее две SSD-шки на 512, но там смысл же SSD, он в чем? Он сохраняет большой файл быстрее,
А если файлов очень много, то, по-моему, он их медленнее сохраняет, чем обычный диск. Так, мы с вами вот этот вот материал, который сделали, такой приятный, кстати, он оказался, вот этот, по-моему. Да, по-моему, вот этот. Да, давайте его сдублируем. И сделаем чуть потемнее. Вот так. Теперь заполним им все. Вот. А ради теста возьмем светлый материал еще дополнительно. Поставим вот здесь режим наложения, рисовать только по верхним выступающим объектам. Посмотрим, как это будет. Видите? Смотрите. И контрастно можем либо прибавить, либо убавить. Ну, вот так вот сделаем. Вот так. Теперь еще раз зальем. Ну, собственно, практически так делаются там сложные какие-то объекты, да? И дальше мы вот этот темный материал еще раз задублируем. Надо было только это отключить Normal Map. Дальше нажимаем редактировать материал. И делаем его еще темнее. Вот так. Вот, сохраняем. Теперь переключаем режим рисовать не на выпуклых частях, а на вогнутых. Вот так. Видите? И дальше с помощью степени мы можем прибавлять контрастность, либо убавлять. Видите? И, соответственно, контрастность. Ну, давайте вот так сделаем. Соответственно, нажимаем «Залить». Вот. У нас вот что-то такое получилось. Дальше нажимаем «Файл», «Экспорт модели». Сейчас прикол покажу. Если покажу. Вот, короче, чуваки, вот такие письма приходят, наверное, три письма в день. Почитайте ради интереса. Вот, и из них довольно-таки часто, допустим, один раз в неделю, там два раза в неделю приходит предложение о работе. Поэтому стоки это не только еще дополнительный пассивный заработок. Там, возможно, да, у вас он не пойдет, возможно, еще что-то. Но там очень много игроделов разного качества, которые смотрят на модельки, ищут себе там какие-то. Им вполне могут найти вашу и вот прислать вот такую штуку. Или предложение о работе и так далее. Только в отличие от наших, прошу прощения, бомжей и жадин, там платят очень даже вполне хорошие деньги. Но единственное, да, вот такие вот попадаются чуваки из Бразилии, где один бакс, почти 4 бакса. Так что, когда я плачу в магазине активов, я плачу в 4 раза больше. Так что я сделал следующее, глядя на активы. Но так обычно и делается. Все, что в работе стоит на сервисе. Да, но у меня так и было, пока у меня SSD-шка не забилась. Я в итоге купил себе более большой, более быстрый. А
данные сохранил, начал винду установил, начал переносить, а у меня нифига не перенеслось, ошибка начала выскакивать, пришлось чистую ставить. В итоге все, что я успел как бы забэкапить на жесткие диски, то и осталось. Класс, класс, да. Ладно, поможем чуваку. Вдруг он мне когда-нибудь поможет. Так, ладно, у нас пока тут все сохраняется. Народ потихонечку уходит. Ну, ладненько. Кому надо, в повторчике посмотреть. На самом деле, да, работа рутинная. Текстурки накидывать, по крайней мере, базовые. Но это нужно. В общем, смотрим последнюю прогрузочку. Вот это сохранение карт. Вот, в принципе, ей я, наверное, для себя уже все выяснил. Че, куда я буду пихать? На 30% пустыми. Ну, у меня сейчас 300 мегабайт, гигабайт свободных на SSD-шнике, так что... Я думаю, вот у меня раньше была такая мысль, ну как раньше была, что я на SSD, да, рабочие варианты все держал, но потом я что-то как-то от этого отошел, то есть, у меня был маленький SSD, а модельки много весят, по крайней мере, в рабочей версии. И, в общем, получилось, что, ну, короче, шляпа получилась. SSD-шка быстро забилась, и пришлось переносить, и в итоге я... В итоге я и на SSD перестал сохранять, а надо бы на самом деле. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что у нас к чему. Слушайте, ну такие, кстати, кожаные перчатки очень недурно смотрятся. Они такие прям с блеском характерным. Блеск придется немножко убавить. Сколько у тебя дисков, все же очень много весит. О. Раз, два, три, четыре. Четыре. Трехгигабайтник. Двух, по-моему, гигабайтник. И две SSD-шки. Так. Ну что, в общем, в принципе, смотрите, вот материал со светом, темная сталь, а вот светлым по ней можно шероховатости нанести, и в целом будет смотреться, я думаю, очень даже недурно. Вот так сумка получилась в конечном варианте при нормальном свете. Ну, тоже, кстати, неплохо, я что-то такое приблизительно и хотел. Ну, единственное, на ней еще стежки понарисую, то есть она будет такая сшитая нитками. Ну и металлические, соответственно, вкрапления, темные замочки и так далее. В целом неплохо. Я думаю, вот такой вот вариант мы оставим. Да, блеск от перчаточек я убавлю, но оставлю, наверное, их такого же цвета. То есть, что они как-то очень приятно так выглядят, контрастно. Вот. Ну, наверное, все. Так, давайте пока на этом мы закончим. Мне просто нужно монстрика сейчас это подготовить к анимации. Вот, и к покраске, чтобы завтра было чем заняться. Тогда эльфиечку мы пока вот это удалим.
сцену мы сохраним как файл save scenas. Это будет у нас не эльфик, это у нас будет к Reaper относиться. Создадим здесь мармасетовскую сцену. Ну, вообще, если в 3D хотите 3D заниматься, то жестких желательно побольше. Потому что это вот лоупольная моделька, иногда может весить до гигабайта, лоупольная. А если держать все в сочетании, то есть хайпольку оставить и так далее, то там объем может быть просто ух, какой запредельный. Так, у нас сейчас сохранение пройдет, а мы пока с вами заходим в Maya. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Так, ну здесь, соответственно, надо кости дополнительные в руки вставить и в ткань. В целом, простенький монстрик. Вот до этого момента у меня где-то день ушел. Он низкополигональный. Вот, и нам сейчас нужно будет его затекстурить. Затекстуривается, подготавливается он банально. Нажимаем Edit. Он груб. Ну и так. И, соответственно, по кусочкам его отправляем. Так, это у нас глазенки, по-моему. Да. Ctrl-G. Так, рога, наверное, все вместе буду текстурить. Так, это у нас... Давайте Ctrl-G. Ну и ткань, соответственно. Сохраняем. Так, это у нас базовый меш, а это будет просто боди. Сохраняем. Ну, я в обж сохраняю. Не знаю. Кто-то мне говорил на стриме, что FBX нормально все это делает. Так. Все. А, тут еще сохраняется. Так, все, собственно, сохранилось. Открываем новую сцену. Открываем Photoshop. Отчищаем здесь плюсиком. Закидываем соответствующие карты, которые запеклись. Так, 3D-код. Ну и, соответственно, сохраняем это все в тег, в TIFF. Ну, в TIFF я обычно сохраняю. Может быть, и тега, кстати, прошел бы, но я что-то в TIFF сохраняю, вроде нормально. Так, сохранили, что там у нас? Угу. Рисование по моделям. Здесь будет всего одна текстурка, моделька простенькая, ну, считается. Но с такими как раз приятно работать, это типа, знаете, как расслабиться. Так, и чё? Где оно? Где оно? Я же не в FBX сохранил-то её. Или в FBX в итоге. Ну. А, да ладно. Так. Export Selection. Ну, body.
Сохранилось. Так, файл открыть. Ой. Ну, давай, 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 давай. Привет. Чё-то ты поздновато, Иван. Так, слушайте, чё-то какая-то вообще шляпа странная. Где у меня моделька-то? Блин, вот она. Хрень какая, так. Чё-то я не догоняю. Что не так? Выходим в таких моментах, загружаем опять 3D код, здесь назначаем материал другой всем. Ты что, скоро заканчиваешь? Ну да, планировал бы. Просто YouTube режет, когда больше 2 часов. И плюс люди уже как бы потихонечку уходят. То есть не всем приятно так долго слушать эту нудятину. Да, но без нее никуда, к сожалению. Так. Так, еще раз попробуем пересохранить. А, так. Так, ну давайте еще раз рисовать по модели с UV. Выбираем модельку. Открываем. Вот, теперь нормально открылось. Я просто только недавно стал твоим зрителем. Замечательно. Я так счастлив за нас с тобой вдвоем. Так. Ну, я обычно в 9 начинаю. Это на будущее. В 9 вечера. Так. Импортируем текстуры. Интересует тема ретопологии в 3D Code. Да? На что там именно интересует? Тема прикольная. Я понял, освоил. Так, в общем, монтрик вот такой будет у нас. И я его за завтра, наверное, покрашу. А вечером тогда, если мне не лень будет, все-таки начнем, достану я планшет, поставлю. И тогда уже пойдем прям детально каждый элементик прорисовывать. И тогда я думаю, не умею делать ее вообще. Но там на самом деле не сложно. Покрываешь просто полигонами искомые объекты, все. Будут треугольники, пускай будут. Главное, чтобы пятиугольников не было и прочего. Тебе будет лень. Ну да, наверное. Так, а ну-ка давайте проверим просто один момент. Очень интересный. Так. Выбираем нулевой слой. Выбираем в перьях 3D Brushes. Это из ZBrush, я просто альфа кинул скопом. И часть из них сработала. Но в идеале можно создать
пирожку, которая... Смысл такой, нужно типа что-то типа рваной ткани создать. Еще кое-что хочу проверить. Как будет смотреться, по крайней мере. Так. Надо что-нибудь найти такое вот, типа... Вот, наверное, кстати, можно... О, вот. А, нет. Ну-ка. Переключаемся на стерку. Блин, опять... Так. Переключаемся опять на детали. Ну да, наверное, лень. Ну, блин, а чё? Я за целый день просто это... Успеваю набегаться с двумя пупсами и женой. И прихожу же, мне хочется просто в тишине посидеть, тупо что-нибудь поиграть, помоделить, ну, параллельно, соответственно. А разговаривать это, конечно, особенно если вопросы никто не задает. Так вот, пришло 20 человек на стрим, там, посидели, посмотрели, что у меня тут постоянно что-то грузится, и свалили. В целом, мне-то на самом деле до лампочки, я же все равно это делаю. Куда вы бегаете? В плане. Это ты кому сейчас? Я никуда не бегаю. Андрей, это у тебя труп невесты потом в Марвелу сидел. Это не Машка сделала. Я попросил, на работе был. Она мне зафигарила в Марвелусе. Ну, блин, такие элементы все-таки в Марвелусе делать лучше. Так, а чё я? Ну. Так. Что-то не то. Отключаем Ambient Occlusion. Ты говорил, за день набегали с женой. А, ну да. Не, мы на этих, на великах наездились. Под весь город там объездили. А так, да? А что еще делать, если ты не работаешь практически? Так. Что-то не то. Подождите. А, вот, теперь то. Как успехи учеников. Ну, начало у всех всегда бодрое, очень бодрое, прям, уф. Но в конечном счете там закончило, наверное, 3-4 человека. У большинства терпения не хватает на анимацию. С анимацией у всех прям совсем беда. Так, что-то я тут лишнее настирал. Хотя я вроде убавил этот, чтобы не рисовать-то, ё-моё, по задней планинку. Так, ладно. Не хочет по-хорошему. Попробуем дубль 2. Делаем видимой только одну эту хреновину. Так, нет, надо нарисовать на ней. Ладно, угадаем. Попробуем угадать. По идее, глаза где-то здесь должны. Сейчас промажу, и они у него там будут.
Так, и что это у нас вышло, интересно? Ну, кстати, угадал с глазами. Так, давайте файл экспорт модели подготовим тогда сейчас все, что нужно, сохраним это в мармасетик. А, это у нас уже текстуры будут. Да все у тебя получается, ты просто вот стандартный вариант. Прежде чем что-то прям основательно делать, вот как я сейчас сижу, да, потрать день и сделать черновую. То есть просто накидай по-быстрому и посмотри. То же самое со скином. По-быстрому, автоскин у тебя есть, вот ты когда делаешь просто bean skin, у тебя он более-менее правильно соскинивает. Ну да, некоторые части растягиваются, некоторые отлетают, но в целом правильно. Сделай сразу основных движений несколько базовых. То есть приседания, там ноги, руки в стороны поразводи и так далее. И сразу поймешь, где у тебя косяк именно с неправильным расположением элемента и все. Но это кажется сложно, но на самом деле это банальность такая прям вообще. Да, я согласен, там иногда приходится перескинивать, но поэтому я, к примеру, разбивать люблю. То есть я разбиваю элементы. Вот, то есть побольше. То есть у меня тело практически всегда одно там, да? Остальные элементы, они как-то по-другому там выглядят. Так, что надо-то? Дисплей делаем. Show. Теперь файл, экспортал. И фигачим это как базовый меш. Только уже триангуляцию включаем. То есть, чтобы треугольники, квады превратились в треугольники. Вот, все, тренд прошло. Открываем мармасетик. Drag and drop'ом перекидываем базовый меш. Он сейчас даже может сам раскраситься. Не, не раскрасился. Блин, чай. Так. И, кстати говоря, он нам материал. А, я материал, потому что не назначил. Давайте-ка материал назначим. Выделяем все части тела. Правой клавишей мышки. Осиганный материал. Обычно я блинт выбираю. Здесь пишем правильное название. Мат. Название персонажа. И название UV-развертки. Так, цвет сделаем сразу белый. И, соответственно, нажимаем Enter. Сохраняем это все. Export All жмем. И, соответственно, когда откроем Marmoset, у нас перепишется. И здесь должен появиться правильный материал. Вот. Выставляем грамотно свет, ну точнее не грамотно, а как он по идее должен быть. Переставляем карты, я в металлическом спеке работаю, окклюжен. И транспаренция, это вот то, что дырки я сделал на глазах. Теперь мы заходим с вами в текстуры. Стандартный пак текстур, который я обычно выгружаю в любом, скажем так, варианте. И, соответственно, драг-н-дропом их перетаскиваем туда, куда нужно. Так, альфу мы кидаем в транспаренс. Переставляем режим B. Вот они появились, видите. Так, глаза у него пока не светятся. Включаем occlusion. Ну, соответственно, нормал, а глосса у меня пока еще нет. А, давайте мета. Короче, сейчас все карты подключим, потому что они будут играть какую-то роль, когда мы уже будем красить и смотреть, что к чему. Так, ну и нормал. Ну вот, глазки будут светиться, соответственно.
Ну вот, собственно, все. Дальше будет дело зависеть уже от текстуры кожи, вен и прочее, вся фигня уже будет рисоваться. Это я говорю, это такой, знаете, как типа быстро скульпт, делается за 3 дня полностью вообще модель такая. Но при этом можно поставить на нее цену там 20-ку, 30-ку. И вот у меня монстрики есть такие, которых я выкладываю. Их покупают люди. То есть 2-3 монстра в месяц, к примеру, это уже 100 баксов только на таких монстрах, которые за 3 дня сделал. На распродажах их вообще метут просто. Ладно, все, в общем, так. Монстрика приготовили к покраске. С эльфикой в итоге разобрались. Основные цвета я все-таки для себя уже подметил. Завтра тогда уже нужно будет начинать, ну, по крайней мере, на стриме, наверное, более основательно делать. Я начну, но потом, наверное, все-таки вне стрима большую часть, наверное, покрашу. Ну, потому что там работа не на 2 часа, а, наверное, на день. Может, даже на 2. Вот просто хорошую покраску сделать. Вот. Скины, когда буду делать, соответственно, покажу, как они делаются, но там ничего сложного. То есть просто перекрашиваются части, если заранее слои все подготовлены. Вот. Ну а так, наверное, пока все. Вопросы, если есть, какие-то говорить. Если нет, то тогда будем закругляться. Вот. Смотрите, еще какой прикол можно сделать просто ради теста. Я еще пока этого не делал, но если мы вот так вот сделаем, смотрите, открываем Альбедо в фотошопе. Вот она у нас открылась. Берем карту Ambient Occlusion, берем Ctrl-A, Ctrl-C, кидаем поверх вот так, ставим режим умножения. Вот. К примеру, делаем ее какой-нибудь немножко синеватый там. А вот эту вот ткань, которая будет у нее болтаться, мы ее сделаем желтоватенькой такой. Ну да. Ну, это тенденция рынка. Как раз такие уроды, к счастью или к сожалению, хорошо продаются. Вот. Два есть этих как бы направления основных, которые почти всегда хорошо продаются. Первый — это милые персонажи, а второй — это вот такой вот такой трешачок. Сохраняем это как альбедо и смотрим, что у нас в промасете получилось. Во. Ну вот, соответственно, можно потом сделать будет зайти вот сюда вот также. Ну, можно сейчас прям, еще 8 минуток есть, можно сейчас загрузить вот так, потом сделать дополнительно сверху карту, покрасить ее полностью черным цветом вот так, затем сделать прозрачность, чтобы видно было, взять какой-нибудь голубой. Взять кисточку обычную и сделать жесткость на минимум. Радиус, к примеру, такого хватит. Вот так вот приблизить. Вот так вот.
Потом это можно будет загрузить сейчас в тот же 3D Code, чтобы не рисовать, да, к примеру, базу. И все. Так, для тех, кто вообще не в теме, я сейчас рисую свет emission карту, которая будет у нас передавать свет. Сейчас увидите, как это будет прикольно выглядеть. Так, и где-то у него глаза еще тут были. Я думаю, что глаза это, наверное, вот эта вот мелкая херня. Надеюсь, я угадал. Ну и сами вот эти гнезда, где глаза стоят. Все, и теперь мы делаем вот так. Прибавляем обратно этот цвет. Вот что у нас получилось. Теперь мы это делаем слой, выполнить сведение, но сохраняем это не как альбедо, а сохраняем как эмишн, то есть карта свечения. Теперь заходим в Marmosetic. И вот сюда вот, где карта свечения, вот она, видите, эмиссив. Загружаем ее и перекидываем сюда драг-н-дропом карту, которую мы нарисовали только что. И вот что у нас получилось, смотрите. Мы можем прибавить интенсивность. И теперь, если мы свет немножко приглушим, то можно получить вот такую картину. Ну, соответственно, нужно чуть-чуть получше это будет обыграть. Но в целом это будет выглядеть вот так вот. Ну, собственно, все. На этом, наверное, заканчиваем. Вот. Ну, завтра, если смогем, сможем, то тогда начнем эльфийку уже на чистовую красить. Собственно, это будет очень долго и муторно, но куда деваться. Все. Давайте. Пока-пока.